это, машину, понимаешь? Авария с участием Мерседеса и Фольксвагена произошла около 3 часов дня. Мерседес двигался по улице Модели Кожа. В момент пересечения улицы Диваева его протаранил в бок Фольксваген Универсал. Удар пришелся со стороны водителя. Мерседес пролетел светофор и остановился в 20 метрах от места столкновения. Я ехал по главной дороге, светофор работал и горел зеленый свет. На табло было еще 10 секунд. Неожиданно с Диваева вылетел Фольксваген и ударил мою машину в бок. Кроме водителей, в автомобилях никого не было. Несмотря на сильный удар, водители не пострадали. Наиболее серьезные повреждения получил Фольксваген. И его водитель был категорически не согласен с обвинениями водителя, управлявшего Мерседесом. Ай, давай. Нет, нет, платишь салом. Ага. Платишь салом. Я ехал на зеленый, у меня в запасе на табло светофора было 12 секунд. Мерседес летел на красный и неожиданно выскочил на перекресток. Посмотрите, как я тормозил. Но он все равно снес мою машину. Кто виновен в произошедшем ДТП, установят инспекторы дорожно-патрульной полиции. Светофор на злополучном перекрестке продолжает исправно работать. Но шымкентским водителям, даже если они проезжают на зеленый, все равно нужно быть внимательными и осторожными.